Учебный год только начался. У танцевального коллектива «Уральские самоцветы» уже репетиция. Новые танцы пока не разучивают. Старые бы вспомнить делится хореограф Марина Сергеевна. Плавнее, плавнее, девочки. Юля, куда руки были? Эту постановку Марина Сергеевна придумала сама. Это может приходить из ниоткуда. Можно поставить номер на основе литературного произведения, взять за основу сюжет какой-то. Может быть, это придет образ какой-либо картины. Может быть, это музыка навеет какое-то представление. Вы смотрите, стоите в окошечко, льет дождик. Можно деткам поставить что-то под дождем, под лужем. Но это совсем маленьким. Где-то кто постарше им уже? Что-то посерьезнее, конечно. Эта группа старшая. С ними Марина Сергеевна занимается уже несколько лет. В этом году берет еще и малышей 4-летней в подготовительную группу. Основная проблема – найти солистов. В старшей группе мальчик вообще один. В младших группах у нас мальчиков больше. Но мы их всегда, конечно, ждем. Их всегда не хватает. Мы их очень любим. С ними очень приятно работать. Это разнообразить может любую постановку, так как с одними девочками не всегда можно поставить что-то интересное. В репертуаре ансамбля и современные, и народные танцы. Вторых даже больше, признается хореограф. Детям это нравится. Они с удовольствием узнают историю разных народов через танец. Это развивает тело, развивает подвижность, развивает, в принципе, координацию. Но с другой стороны, и с этической точки зрения тоже развивается и душа ребенка, и его какое-то моральное его качество тоже они развиваются. Так как мы можем учить детей на работах великих мастеров, которые признаны уже веками, столетиями. И это все равно влияет на воспитание и на их мировоззрение. Горячая пора у хореографа по 5 репетиций за рабочий день пока не началась. Но Марина Сергеевна не расслабляется и подопечным своим спуску не дает. Пятки выворачивай! Молодец!